155 лет со дня рождения первого краеведа Мордовии, выдающегося этнографа и просветителя Макара Евсевьева, отметили на его родине в Ибресинском районе. Народные обрядовые песни, национальные танцы, костюмы – все это Макар Евсевьев бережно собирал всю свою жизнь. Будучи педагогом по образованию, он занимался не только педагогической деятельностью, но и переводил книги, составлял литературные словари макшанского и ирзянского языка, написал первые буквари. Именно вот на таких мероприятиях это особенно я ощущаю, какой важный вклад в образование мордовского народа внес мой дед. Здесь вот на его родине, на родине моих родителей, это как ощущается как-то сильнее. Чувствую гордость за моего деда. Евсевьев родился у нас в селе Малые Кармалы, сейчас Ибресинского района Чувашской республики. Мы гордимся, что в такой маленькой деревушке родился и вырос просветитель мордовского народа. Он сделал очень многое для Эрзи. Выпускал учебники, написал азбуку для детей. И кроме этого, он изучал обычаи и традиции мордовского народа, издавал такие большие труды, как «Чувашская свадьба». Через вот эти фотографии мы узнаем жизнь и быт мордовского и ирзянского народа. Макар Евсевьев часто выезжал в экспедиции, собирал народный фольклор, предметы быта мордвы. Евсевьев был первым национальным фотографом-ученым, зафиксировавшим многообразие бытовой культуры мордвы. Собранные им коллекции одежды, украшений и иных предметов быта макшан и ирзян хранятся в центральных музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саранска, Гамбурга, Парижа и Хельсинки.